Мои дорогие телезрители, рад приветствовать вас в новом выпуске. Исторический центр Boulder City. Решили до аэропорта таки заехать, посмотреть, как здесь люди живут в историческом-то центре. Ну и покушать. О, какие домики тут, смотрите. Блин, как тут зелено. Везде пустыня, засуха, а у них цветочки растут. Потому что богатеи выделяют на это деньги. Вот. Где парковка? А, вон вижу. А вот главная центральная улица, да? Отлично. Ставим машинку, пройдемся, прогуляемся, покушаем. Три открыточки купил. Отправить не на что. Сейчас быстро марки куплю. Ну, 10 марок за 12 долларов. Красненькие. Я в Калифорнии, я зеленые покупаю. Сейчас открытки возьму, будем пока кушать, подпишу, здесь отправлю. Какая красота! О, сомбрерочка, солнышко. Так, вот главная улица исторического центра Boulder City. Поделки, пончи. Пончо продается. Шляпки продаются. Покрывашки, смотри, мороз, Мексика. Индейцы, 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 да. Во! Горшочек. Лягушечка. Тыковка. Я думал, живые. Офигеть. Как живые, прям реально индейцы. Вот нравятся мне невадские номера. Смотрите, у него дамба Гувер. Маш, ты видела Аляска? Смотри, Мишка. Мишка. Это откуда без номера внимать разрешено? Спереди номер не ставить, это круто. У нас в Калифорнии тоже разрешено. Так это 20 долларов стоит, когда тебя остановят. Жаркий солнечный денек. За бортом у нас, кстати, 15 градусов сейчас. Я думаю, до 20 поднимется. Прям вот к 4. Это просто будет пекло адское. Ну вот, смотрите, вывеска 60-х годов, такая неонная, вот, типичное стереотипное кафе той эпохи Америки. Вот сейчас сядем, там по-любому есть яичница. Нифига себе мотоцикл. Вот она, кафе Great American Food. Ну давайте, яичница точно есть. Завтракаем. А? Нет очереди. Смотри, как круто тут. Вау, обалдеть, вот это да, вот это кафешечка. Лыжи. Вау, как круто. Вот сейчас здесь сядем. Я всю жизнь мечтал вот так вот. Давай на самый конец, Марк. Вот здесь. Да, обалдеть, смотрите, стульчики вот так крутятся. Ты сидишь такой, поворачиваешься, к Марусе говоришь. Офигеть. Все в знаках. Класс. Мой калифорнийский омлет. Лук, паприка, помидоры, сыр и авокадо. Кайф. Отличный был перекус. Чего дальше? Теперь до мантов. А, да, теперь до мантов. Когда мы приеду, манты себе поставлю варить. Буду с котятками беситься, пока они будут вариться. Клево тут, Марусь, клево. Мне понравился городочек. Пообщались, кстати, с маленькой девочкой. С маленькой девочкой. Но они все там в кафе работали, им всем по 16-17 лет. Хотя выглядят вот такие вот ростом. Ну, это типичные американцы. Думаю, что лет 25-30, а ей 15-16. Так вот, спросили, как у них ситуация здесь с ковидом. Они говорят, здесь полная опа. Потому что, говорит, наплевательски относятся, кто носит маску, кто не носит. Указаний конкретных нет, что вот надо делать или не надо. То есть как хочешь. По сути, как у нас в Калифорнии, но как бы у нас более ответственно к этому относятся. А здесь, я не говорю сейчас про улицу, да, где-то там я иду в маске, где-то без маски, а конкретно в магазинах люди без маски здесь гуляют. На почту зашел, там тоже без маски стоят. То есть реально наплевать. Все, машина. Thank you. Ну что, все. Вот такой вот городочек. Смотри, департамент интерьера парка сервиса. В машину. И я не понял, почему тут дождь идет с заправки.
А? Это не мойка, это просто декорация такая, смотри. Где же там есть? Это кафе, как заправка будто. Смотри, ты подъезжаешь, вместо колонки там стульчики и столы. Вау! А это сделано как мойка, да, действительно. Вот это круто! Я первый раз такое вижу. Питер Пен! А это как ее зовут, эту Тинки Белл? Как, не знаю, вот эта вот феечка. А что он смотрит на американский флаг? Питер Пен, 2012 год. Какой клевый чувак. Прикольно, знак пересечения Невадовы и Аризона Стрит. И все деревья тоже умотаны огоньками. Вечером все подсвечивается, все просто настолько. Спасибо, мужик. Настолько ярд продают землю. Настолько все круто. Да. Вот, у них пивоварня, смотри. Boulder Dam Brewing. Брюпаб. Нормально так. Все, сели, ехали. Около получаса до аэропорта. Сейчас в машину сядем и скажу сколько. 26 минут 35 километров до заправки, а оттуда 5 минут до аэропорта. Время 12:30. Мы в 2:55 улетаем. Понимаете, 2,5 часа до аэропорта. Вернее, до того, как мы вылетаем. Но нам еще ехать, машину отдавать, добираться. А вдруг пробка? Рисковые мы люди с Марусей. Ты видишь скитлс? Нет, скитлс я буду в аэропорту уже в самолетике кушать. Вон вертолет катает над пустыней, да над дамбой. Помните, я говорил, что $39 было написано от $39. Так вот, $39 это за 3 минуты. Поднялся, минуты 2 покружил, спустился, все. Хочешь дольше, плати больше. Опять облава, вон опять полиция с мигалками. Google говорит, что прилично будет у нас полицейских на пути. Не, ну 3 минут 39 это реально перебор. Хотя мы на Гавайях час летали, над Гранд-Каньоном тоже реально час летали. Ну то окей, там было что-то, не знаю, 200 с чем-то, 300 может. Кстати, я не знаю, сколько там стоило. Но оно того стоило. Все до копейки. Замаячил Вегас на горизонте. Вон он. Вон я вижу стратосфера. Я вижу Луксор. И я вижу горы в снегу. О! Ты видишь, Марусь? Все в снегу. Это Сьерра-Невада. Да, это самая настоящая Сьерра-Невада. Это какая-то облава уже, я не знаю, по всей Аризоне, по всей Неваде. Вот еще два следующих стоят с фенами. Один на нашей стороне, вот сейчас где-то здесь должен стоять, другой с той стороны. Я 65 еду, как разрешено, но их нафиг. Сейчас вообще опаздывать не вариант. Где шапку снега вижу? Да, вот он весь Вегас. Вот мы сейчас с Марусей. Маша говорит, где это гребаное колесо самое большое в мире? Я говорю, ну загугли, как оно выглядит. Она говорит, как может еще колесо выглядеть? Большое круглое колесо. Ну нет, я его не наблюдаю, вообще нет. Вон стратосферу вижу, Луксор вижу, Венецию вижу. Да я все вижу, все каждый отель. Все реально просматривается. Где гребаное колесо? Может она перепутала, эта девочка, насчет Вегаса? Я не знаю, что-то не то. Что-то не то. Знаю, огромные колеса, лондонская, сингапурская, но да наша, блин, Сан-Франциско и то видать сдалека, где в Вегасе гребаное колесо. Нашли мы это колесо, оказывается, мы жили в цирке, в отеле, недалеко от этого колеса, я вспомнил, бегал по парковке, и сейчас загугли, да, действительно, самое большое в мире колесо обозрения 550 футов. Ну нифига себе, полчаса, чтобы проехать. Один круг полчаса длится. 10 человек в кабинку. А когда его, в каком году открыли вообще? Надо поискать. Вот здесь вот снизу будет написано, когда это колесо построили. Вот я гонял, вставлял. Вот с последнего момента заправки 30,9 МПГ. То есть миль на галлон. В литрах на 100 километров. Машина, у которой 310 лошадей. Это капец как экономно. У меня Полло примерно так ел с объемом 1,3. У Маруси Купер так ест с объемом 1,5 трехцилиндровый. Вот.
Вот это экобуст, я понимаю, мощь. Подведем баланс. Я уж не буду считать эти 2 километра, которые остались. На этой лапочке мы проехали 23 часа и 20 минут ровно. 1087 миль. Это в районе 1650 километров. Средняя скорость у этой лапочки, ой, средний расход у нее был 7,7. Ну, я просто в восторге. Как Маша говорит, 5 дней маловато. Мы обычно, да, 1500 километров, ну, за дня 2-3 обычно гоняем. Но все же, я реально по ней скучать буду. Я надеюсь, ну, мы сюда прилетим в Вегас через 2 недели. И надеюсь, мне такая же лапочка достанется. Опять выделываться не будем, закажем, что дадут. Я надеюсь, дадут опять такое. Опять закажем Keyless, чтобы, ну, вот со всеми этими без очереди пришли, у нас будет место, и там будет стоять такая лапочка. Вот еще одна из мечт, чтобы я прихожу, а там стоит Camaro. Challenger был, Charger был, Mustang уже второй. Ну, Camaro это просто, вот SS-очку бы мне дали, я просто кипятком бы, честное слово. Приехали. Так, Avis. Сюда? Права нужны? Да ничего не надо, вообще ничего. Подъехали, они чип считали. Ты что, первый раз? Так, отдаем машинку. Так, budget Avis. Payless car, вот нам сюда. Это происходит в Штатах. Вот машинки стоят, выбираешь линию, мы выбираем эту. Вот. Припарковались. Ключи Маша сейчас выложит, чтобы не забыла, в рюкзаке и мы не ушли. Забираем сумки с багажника и валим. На чекин, все. Замечательно. Давайте посмотрим, как это все работает. Мы могли бы уйти, но я просто интересно хочу записать. Вот сейчас мужичок в красном подойдет. Вот, сейчас разберется с нашей машинкой. Hello. Hey, how are you? You're tuning? Yes. Yes. Have you been here? Yes. Yeah. Сейчас посмотрим, заправил я ее, не заправил. Все, замечательно. Он там гадает, что thank you. Bye. Не, вы это видели? Последний раз, когда я брал машину в Европе, это было в Германии. Я час прождал в очереди, чтобы ее взять, и еще около полутора часов, чтобы ее отдать. Это просто в Мюнхенском аэропорту очередь просто невероятная. И потом, а это проверить, а тут проверить. Пофиг, машина застрахована, хоть бы я ее поцарапал, бампер долбанул, ничего. Вот, Марусь, в следующий раз нам такую машину будут предлагать, мы ее брать не будем. Ну нафиг этот Outlander простой. Так, на шаттл-бас, который отвезет нас в аэропорт. Вот они, комарочки стоят, эсэски. Я надеюсь, мне в следующий раз такую дадут. Так, погнали. Сюда. Вот здесь мы получали машинку. Вон там выйдем, там автобус. Все-таки здесь есть Камаро. Да, круто. Мустанги. Доджи и Камаро. Я надеюсь. Что со временем? Время 1:05. Вылет 2:55. Бегом, я хочу на автобус успеть. А, вот очередь. Вот здесь в очереди, потом они там высаживают, сюда подъезжают, забирают, и мы уезжаем, да? Да. Не наша очередь. Нам говорят, Frontier, пересеките дорогу, там будет терминал 3. Что ты мне, как в Финляндии, не надо насильник меня насиловать. Вон, троечка, оттуда подойдет бас, который нас прям в Frontier отвезет. Thank you so much, sir.
Ну тут народу хоть немного. Все в один уместимся. О, вы все, говорит, вместе? Нет. Справедливость, наша вторая часть. Просто раз без нас автобус уехал. В этот раз то же самое. Офигеть, перед нами закончилась очередь. По 16 человек также они берут из-за ковида. И почему, ну почему на нас, боже мой? Ну бывает же такое. Не, я надеялся до последнего, вы представляете, он реально просто дверь закрыл и говорит, жди следующего. Следующий автобус. Прошло буквально минут 5, он приехал. Кстати, Америка. Пожилые и инвалиды всегда без очереди. С детьми без очереди. И солдаты без очереди. Справедливо. Справедливо. Я за. А дверь закрыта. Все по правилам. Сначала инвалиды. Блин, а я же тоже мог бы, как фрамуля. Ножка болит, все дела. Ну что, едем до третьего терминала. Кстати, так долго ждали из-за того, что этих людей на, ну, на инвалидных креслах, пока их закатили, пока их пристегнули, все обезопасили, это реально минут 5 заняло. Я думаю, проще было бы сесть на автобус, который идет в первый терминал, а там на трамвайчике, который, ну, на метро, который идет между терминалами. Это буквально минута. Пролетели бы в третий терминал, было бы быстрее. Третий терминал? Вон Вегас, Марусь, смотри, отсюда весь виден, как на ладони. И гора. Пустой аэропорт. Идем ищем. D17. Через 1:20 вылет. Ну, на таможне народу вообще никого. Клево. Все, я прошел. Жду, пока Марусин саквояж ей дадут ее. Рюкзак, там яблоко лежит. Они еще будут говорить так, деточка, ты в курсе вообще, в Калифорнии нельзя ничего перевозить, Маша скажет. У меня это долго не держится. Прямо сейчас желудок при нем погрузит это яблоко, и мы пойдем дальше. Закройте свой рот и нос, говорит она. Только что по микрофону. Так, что? Нам к воротам D. А ворота D у нас снизу. Надо сесть на трамвайчик и к ним поехать. Вот, прям здесь. В каком-то веке только ворота открылись, мы успели. Не надо будет ждать следующего. Самолетики на взлет идут. D17. А? Ножки ощущаются, да, наши хайки здесь за 5 дней. Вот те, кстати, почему мы так мало проехали, потому что мы так много прошли. Маш, Калифорния, Pizza Kitchen. Так, Лас-Вегас, welcome. Я вернусь через 2 недели. Девушка только что вышла отсюда, вот из игрового автомата, и пошла вон туда. Не знаю, зачем пошла, но у нее выпали деньги. Она просто повернулась, посмотрела, копейки выпали. Вот, смотрите, вот, 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 и пару туда укатилось. И она просто посмотрела и пошла дальше, типа миллион выиграла. Я не знаю, это вот 25 центов. Сам прикол то, что я их собираю. West Virginia. Я не знаю, есть у меня такая или нет. Сейчас посмотрю. Такой четверточок. У меня вот такой вот список. Красные это у меня уже есть, все по штатам. West Virginia. У меня есть новая West Virginia, если я не ошибаюсь. Сейчас мы это уберем. Это старая West Virginia, у меня такой нет. Это счастливая копеечка. Пойти, может, в автомат засунуть, может, что выиграю. Не, ну нафиг. Не люблю я играть в казино. Так, ну круто, нашел копейку, которой у меня нет. У меня, кстати, получается, от каждого штата есть 2 копейки. Новые, нового образца и старого. Получается около 100 копеек, да? У меня уже в моей коллекции около 70 из 100. Магазинчики, кстати, Duty Free открыто. Мы когда прилетели, все было закрыто. Хотя не сильно так уж и поздно было. Короче, можно здесь буклишком, да, куревом подзатариться. Шоколадки! Но это не наш метод. D18, наш следующий D17 вот здесь. Сан-Франциско, жди нас. Да, это он. За Сиеру на $10 дешевле, чем за Мию. Офигеть, Сиера скидками пользуется.
400 баксов заплатили за двух котят, только что Маруся дальше работает, а у нас вылет получается, чтобы не соврать, через 50 минут. Погнали. Загружаемся в самолетик, летим домой. Ура, ура, ура. В каком-то веке я сел возле окошка, смотрите, и придется отдать это место. Мы на 14 ряду, мы прилетаем в 5.36, о, в 4.36. Опять закрывается отель котят. И нам надо за 20 минут вылезти, заказать Uber. Ехать нам около 20 минут. Ну окей, нас 10 минут подождут, сказали, в отеле, но все-таки. Сейчас кто там сядет, мы его пересадим сюда. Таков план. Ну, самолет полупустой, я, короче, забомбился на другое крыло, мы поменялись с мужиком. А потом мы смотрели вот к аварийному выходу. Здесь вот в футбол можно играть. О, Маш, так это не Boeing, это Airbus A320. В нем побольше места. Смотрю, работает опять, говорит, не трогай меня, не отвлекай. Первый раз такое вижу, нас выгнали оттуда. Говорят, эти места, если хотите там сидеть, ради бога, доплатите еще по $13 за человека. Может, из принципа платить не стало. Но ни хрена себе. Не, обычно, если пустой, можно сидеть где угодно, но тут, что это, вот фронтир, это фронтир. Говорят, хочешь на первый ряд? Ну, я на первый ряд сел. Сумка у меня здесь же тоже, надо мной прям, так что я первый хватаю сумку и выбегаю, бегу. Вызываю такси, еду за котятками, Марусь потом как-нибудь доедет. Если успеет ко мне в Uber, то ништяк, если нет, ну, надо бегом домой. Температура 103 по Фаренгейту, это, если я не ошибаюсь, под 40 или что-то за 40, ее трясет, ей достали баллон зеленый какой-то, маску желтую одели, она дышит, ее рвет, ей воды наливают, ее полощет, хрен знает, что с женщиной, тут два врача рядом бегают, сейчас на посадку идем, сейчас всех посадили, а так тут такая толпа, делегация целая была, еще понятия не имею. Я думал, я сейчас быстро выбегу и за котятами поеду, но, походу, ее выносить будут. Быстро не получится. А у нас тут, видите, что вот, облачка. Непонятно, откуда взялись. Долина смерти, вся в снегу. О, радуга, дуга. Долина смерти, вся в снегу. А тут снега нет. Замечательно. Мы вообще где сейчас? Это East Bay. А вот сейчас начнется залив. Точно. Это Сан-Хосе. Это Сан-Хосе. Пало-Алто, Mountain View, то есть Facebook, Google. Вот он начинается залив. Сейчас где-то, значит, если мы здесь, что это у нас? Сан-Хосе, как я сказал, минут через 5 сядем. Отлично. Итого. Мы должны были в 4.36 сесть, если я не ошибаюсь. Сейчас 4.06, это быстро долетаем. Сейчас я взгляну, у меня же есть, во сколько мы должны были сесть. 4.36, да? А сейчас 4.06.
нормально, опять на полчаса раньше. Ну, пока он сядет, пока все такое, еще 10 минут пройдет, но все равно до 20 минут раньше. Кислотные болота у нас, тут что-то залив, все соль, соль, соль. Дальше он чистенький пойдет уже прямиком из океана. Ну, шасси вышли. Вот справа Сан-Франциско. Слева Окленд. Здесь Сан-Хосе. Все три аэропорта. Все, шасси вышли. Отлично. Ой. Сан-Матео мост. Вот прямо напротив моста. Ну, мост, короче, втекает в наш городок. Отсюда до нашего дома, вот именно от этой точки моста, я не знаю, минут 5 ехать. Не, ничего мостика. Вон Сан-Франциско. Все, парамедики забежали, забрали эту женщину. Вообще, а что происходило? Я думал, она померла, нахер, куда портовой трясти. Дышит, у нее все льется. Вообще в шоке. Так, мы вовремя успеваем. Время 4:20. Отель закрывается в 5. Так что забираем котенков. Ну вот, ей сразу ключи принесли. Забираем котенков домой. 4 минуты драйверу до нас. На Королле гибридной поедем. Ю-ху. А что, она не автоматик? Фух. И вот после такого вот думаешь, нифига себе, сейчас весь самолет в карантин как отправят, что с этой девушкой, а вдруг у нее вирус? Хрен его знает. У нее температура под 40, а то и за 40. Там, по-моему, 103 показала по Фаренгейту. Это под 40-ет. Ну ее как, ладно, пофиг там температура, как ее давай трясти прям с сиденьем. Я думал, она еще вырвет его и как, давай валяться по полу. Не, не смешно на самом деле было. Ёху, мы дома. А тепло. Прохладнее, чем, ну не прохладнее, а прям холоднее, чем в Вегасе однозначно. Но солнышко нет, да, те стандартные наши, 17. Наши стандартные 12-15 градусов, самое то. Все, мы вовремя успеваем, отлично, вот наша машинка сели, поехали. А? А есть карточка? Сюда заезжай. Ух ты, я первый раз вижу здесь у нас в Штатах, Nissan Skyline, он идет. Ух ты, реально у нас Sky гоняет. Таких нет Nissan-чиков, они здесь не в почете, здесь Sentra, Versa, Nissan-чики какие-нибудь. Котяточки. Машину отпустили, до дома не доехали. Сейчас котят заберем. Вот, смотри, сидит, вылизывается какая-то. Вот, видишь, беленькая вылизывается. Но наша не здесь, я надеюсь. Сейчас будет толстая, которая. Сейчас, да. Будем забирать котяток. Котятки. Хозяйка отеля. Хозяйка отеля, привет. Мяу. Привет, мяу сказала. Они нас ждали через 20 минут, только говорит, о, вы рано. Мы сейчас быстро подготовим их. Опять грамоту дали нам. Все дела. Сейчас Марыса уточнит, как они себя вели. Потому что мы реально думаем через 2 недели опять свалить в Вегас на 5 дней. Так что вот, сейчас я уточню, если они скажут, ну нормально вроде, то пускай привыкают котят. Мерка. Сиера. Не. Бери миллионка. Я Сиеру возьму. Сиерка. Это я. Thank you. Bye. Сиера. Домой идем? Да. Идем домой. Мяу. Мяу, домой идем. Уйди, моя маленькая. Смотри, чтоб тебя машина не задавила.
Все, котятки, домой идем. Миенок. Не худые, смотри, Сьера поправилась даже. Я чувствую, что мне не похудела. У нее тоже Сьера. Сьер. Где? Подожди, Маша, а игрушка и где? Мышка. А, вон вижу мышку с мячиком. Все. Thank you very much. Все. Спустя 2 минуты мы у нас в кондо. Ветра нет, тепло. Мия мяучит? Сьерчик. Все, мы почти дома. Уйди, трется. Уйди, моя маленькая. Птички, птички, смотри, Сьер. Птички кричат опять, достают вас. Не, завтра надо ехать в салон опять. Полностью колесо спустило. Ну офигеть. Это там колпачок, который они мне не могли сделать. Нет, я накачаю, завтра накачаю. Пускай стоит. Нет, я на твоей сейчас в магазин поеду, гуд? Да, я накачаю сейчас колесо и поеду. Сейчас проблем не вижу. Смотри, сколько ворон, откуда они взялись? Да, у нас не было ворон здесь столько. Так, ну что, мы дома. Сейчас зайдем, камера сразу как начнет орать. А-а-а, кто-то залез. Дома, котятки, мы дома. Дома, Сьер, смотри, наш дом. Сьерчик, давай. Давай мы откроем, давай, давай. Беги, беги. Иди сюда, иди ко мне. Выходи, ой-ой-ой, выходи. Ты моя мурмурка. Чё? Так это вообще это не Мия. А чё она? Чё с ней? Ты забеременевала там или что? Жирная, что ли? Что такое? Куда ты побежала? Ай-яй-яй-яй-яй. Ботинки нюхать. Миёнок? Чё с ней? Покажи. Кто это такой? Ой, какое пузо у нас. Мия сейчас будет обижаться. Наша Мия убежала. Вон, когти точить первым делом. Хорошая моя, хорошая девочка. Смотри, Мия, мяу-мяу, иди сюда. Коготочки точить, иди сюда. Мийка. Да. Мяу-мяу, что ты мяучишь? Ты дома, да, твой дом, конечно, чей еще? Твой дом, иди сюда, иди сюда. Ну, иди ко мне. Идешь? Трется, трется, трется. А, потерлась? Сера, иди сюда. Иди ко мне, иди сюда, иди. Иди ко мне. Ой-ой-ой. Смотри, она обратно в рюкзак зашла, Сьера. Знаешь, она... А. Да я вижу, какая она жирная стала, большая. Миёнка, иди сюда. Ну иди, иди, иди сюда. Офигеть, это вообще Мия? Ну да, они же... Ожирением кто страдают, мау египетские, а? Ну что ты тут убегаешь от меня, а? Куда ты от меня убегает от меня, она ути-ути. Какая большая стала Мийка. Понятно. Ну что, ребятушки, все, мы дома. Все целы, все счастливы. Ну, значит, завтра будем покупать билеты, и через 2 недели опять, смотри, балкон, да. Давай, хорошо. Фу, все, ставьте лайки, подписывайтесь. Комментируйте, целую всех в пузико. А мы готовить, кушать, вещи разбирать.